В июле 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась так называемая презентация компании Fujifilm. Ну как презентация? Это мероприятие, которое проводит официальный представитель Fujifilm в России. Приезжает сотрудник компании с большим и тяжелым чемоданом, полным фототехники. Все содержимое чемодана выкладывается на столе, и приглашенные гости могут брать любую камеру и объектив и потестировать их, сделав несколько снимков и видеороликов по своему предпочтению и по своим целям. Тут же присутствует приглашенная фотомодель, которая является главной мишенью данного мероприятия. Небольшая ремарка. Нужно с собой принести желательно SD-карту, чтобы потом дома можно было разглядывать свои шедевры. К намеченному часу фотоэнтузиасты начали подтягиваться к месту мероприятия. Так, друзья, милости прошу, если вы уже знакомы с Fujifilm, просто берите, что вам нравится. Если не знакомы и хотите поболтать, welcome. Если я не ошибаюсь, это стоит 86, а 160. Да. Это уже крепко. На дворе стояла невыносимая жара, но я лично надеялся, что в самом помещении будет хоть какой-то кондиционер. Однако мои надежды умерли, когда я пришел в студию. В наличии был только один вентилятор на всех. Здравствуйте, вы тоже ко мне? Да. Вы вместе, да? Да. Ага, хорошо. Располагайтесь тогда, сейчас будем начинать. Собственно, с чего будем начинать с вами? 130-й? Ну да, давай. Лично для себя я присматривал модель XS10. Собственно, я ее и взял на тест. И поскольку объективов было множество, то я решил попробовать несколько штук. Вряд ли бы сразу решил покупать такое количество стекол, но раз уж есть такая возможность потестить на халяву, ну, дальше, в общем, вы сами все знаете. Вот, собственно, фотографии, которые я снял с великолепной моделью Алиной. И еще покажу пару видео, снятые просто так для пробы пера, как говорится. Интересно получается. О, красивая улыбка.
не стесняйтесь. Алина наша модель, ее можно снимать. На этом все. Оставляйте вопросы в комментариях. Отвечу всем. Пока.